Всем привет! С вами снова Аня Кантария, и мы учимся отличать знаки судьбы от таргетированной рекламы. Дисклеймер. В ближайших двух уроках будет очень много цифр и данных, так что готовьтесь. Facebook Analytics — это полезный инструмент, который не заменит нам более серьезные сервисы для метрик, но, тем не менее, он поможет нам узнать больше о поведении нашей аудитории и поможет не только с таргетом, но и определить направление маркетинга всей компании. Если вы хотите просто посмотреть результаты рекламных кампаний в Facebook, не сравнивая их с рекламой в других сервисах, вам будет достаточно таких инструментов, как Facebook ADC Manager, Facebook Pixel и Facebook Analytics. В менеджере рекламы по умолчанию доступна информация об охвате, просмотрах, кликах, расходах по вашим объявлениям и так далее. Мы переходим в кабинет и сразу видим быстрые данные по всем активным и неактивным кампаниям. Показатель выводится за то время, которое мы выставляем сами. По умолчанию здесь стоит срок 1 неделя. В самом простейшем способе аналитики нам доступно следующее. Стоимость клика и количество охваченных пользователей. Даже этих данных обычно достаточно, чтобы быстро понять, насколько хорошо идет рекламная кампания. Результаты на этом уровне мы смотрим каждый день, как минимум для заполнения отчета. Это не занимает много времени, но мы контролируем изменения в стоимости результатов. Если они есть, то погружаемся дальше для детального анализа ситуации. Дальше идем в секретную функцию, или инспектор. Большинство пользователей и даже опытных таргетологов не знают о существовании этой кнопки. А мы уже знаем. Это, кстати, основная проблема. Вообще тут много разных кнопок, сходу не поймешь, какая для чего нужна. К тому же мало знать, надо еще понимать, что с ней делать. Я использую инспектор, чтобы быстро оценить тенденцию за выбранный период. Улучшаются или ухудшаются результаты и понять причину. Посмотреть периоды обучения и как значительные изменения повлияли на рекламу. Какая аудитория была до изменений и какая стала после. Можно увидеть в самом низу инспектора, в истории правок, когда мы наводим мышкой на значок I возле изменений. Не критично повышение бюджета до 20-30% в день. Момент смены суток по часовому поясу рекламного кабинета. Частота показов – это наш маячок, который говорит, наша аудитория креатива могут выгорать. Смотрите данные за весь период, за несколько дней и за каждый день отдельно. Общая цена за весь срок может быть окей. Если смотреть последние 3 дня, то может быть скачок вверх. Тогда нужно выяснить причины и решать вопрос. Теперь возвращаемся в столбцы. Для нас Facebook приготовил 13 пунктов с результатами. Мы также можем их настраивать, но более подробно мы поговорим об этом на уроке по отчетам. Теперь идем в разбивки. Это классическая история для оптимизации бюджета. Например, если мы показываем пост и сторис в одном объявлении, мы можем посмотреть, что стоит дешевле, а соответственно работает лучше, и выключить неэффективный плейсмент. Теперь мы идем в раздел «Статистика бизнес-менеджера». Здесь очень наглядно показаны охваты аккаунтов, но нас сейчас интересует раздел «Аудитории». Это идеальная шпаргалка для любого запуска, как рекламы, так и продукта, потому что мы видим подробную разбивку по реальной аудитории. Например, в хрупких мы видим, что в Фейсбуке мужчины взаимодействуют на 10% больше, чем в Инстаграме, а большинство пользователей из Москвы, из чего можно сделать множество гипотез. Например, попытаться увеличить количество регионов или поработать над креативом, который будет лучше взаимодействовать с мужским полом. Аналитика помогает нам провести оптимизацию. Путем отключения неэффективных связок мы напрямую снижаем стоимость рекламных кампаний. Также благодаря данным мы запускаем новые и лучше понимаем портрет своих клиентов. В следующем уроке мы будем учиться работать с Google Аналитикой и Яндекс.Метрикой.